город у нас как бы из золотой степи широкой. Да. Не, просто на выставке мы... Дорогие друзья, хочу представить вам замечательного человека, Таню, которая предлагает вам и вообще всей планете Земля единственного и неповторимого щенка Чихуахуа. Посмотрите на это чудо, но на меня, на Таню тоже полюбитесь нормальными украинцами, которые еще живут и функционируют полноценные организмы. Щеночек Чихуахуа. Посмотрите сюда, вот он. Вот он, и он в продаже. Ищите сами здесь, на поле, обращайтесь ко мне, и мы вас ждем. Спасибо. Ничего себе, а что это за порода? Обратите внимание на эту породу, если бы снимался фильм «Интро Атика», «Интро Ключенко Резидирал», то там эта порода играла ту собаку, о которой мы так долго плакали. Расскажу секрет, но на самом деле в чате по первой половине фильма снимался всего Тигр. Вот видите, рассказали дела, посвятили нас и будут врачам, а такой подробности из Голливуда. Спасибо большое, что приехали. Дорогие друзья, обратите внимание снова на меня, не на этого элегантного, изящного молодого человека с какой-то пластмассовой ерундой руки. Это Виталий, и он представляет корма Комфуд. Комфуд и каталог продукции, а в конце которой есть анкета, и есть возможность выбирать массу всякого вкусного и интересного. К сожалению, Виталий и сегодня молчит, но я вам скажу, что в одноименной палатке полку – это тоже корм чемпиона. Прошу купить и жалко.
Девушка, ну станьте ближе к эксперту. Спасибо. И прочих персонажей, а будет Снегдог и остальные тематические подходящие исполнители. А книги номер 5 у нас «Золотистый ретривер». Рейс номер 5, посмотрите, универсальная собака, которая отлично относится к детям и прекрасный компаньон. Рейс номер 5, «Золотистый ретривер». Смотрим. Наслаждаемся видом этих прекрасных собак. Спасибо.
Быстро поставить все и себя освежить. Быстро 30. Кто выиграл? Куда? Куда я тоже? Оно автоматически все. Не надо, я футболку эту с Маусами лучше бы так постирала, вдруг она рядом перегоняет. Холодной вообще водой. Ну все, давай, я снимаю ринг. Неудобно. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Кто вы, откуда? Наталья, зачем вы? Социализа. Социализа? Что это? Я думал, это социализа. А что это за подарочка? Это кошка, такой стальной цвет, охранная, дорогая. Обратите внимание на очень дорогую собаку и ее хозяйку. Спасибо. Thank you.
дорогие друзья, просьба шпица номер 315 в первом ринге. Подойти в первый ринг. Шпиц 315. Шпиц, ты где? Ждут вас в первом ринге. Спасибо. Thank you.
Собачки, не знаю, что за порога. Челки. Выставляетесь? Выставляется папа. Ага. Смотрите, ребята, у нас Челки, отличные производители и прекрасные щенки, которые ищут новых счастливых обладателей. Кому интересны Шелки, подходите и смотрите на эту замечательную микрополли. Да? Это так? Это не микрополли, это шетлендская овчарка. Она шетлендских островов. Сейчас здесь два представителя питомника, Людмиле Тополя, питомника Манчери. Арселистики Хай-Фай и Роса Арина. Арселистики Хай-Фай победитель монопородной выставки Шелки. Прекрасно. Я думаю, нам все подключимся к Арсенам. Что ж, Thank you.
немножко синий, но вы медленно Харьковчане, и мы любим пиво. И ты? И вы? Смотрите, эти люди, это животные. И это харьковчане. Спасибо. Папа,
Напоминаю, что в перерыв будут проходить детские конкурсы «Лучший рисунок» и «Ребенок и собака». Все детки, желающие записаться в этот конкурс, пусть подойдут в палатку регистрации и запишут. А кто вырисует свой рисунок, не ленитесь, ходите и приглашайте голосовать за ваши рисунки. Также напоминаю, что после детских конкурсов будет начинаться розыгрыш лотереи. Она будет проходить по номеркам сегодняшнего каталога. Внимание, дорогие друзья, утеряна, собственно, не утеряна, а найдена нами. Нет, не пылесосить. Оценка от киноглобу и кличка Art Guard Art. Ваши награды, ваши регалии у нас. Дорогие друзья, обратите внимание на эту девушку, у нее есть для вас объявление. Собственно, если у кого-то из вас есть какие-то мысли и хочет высказаться, подходите. Мы, я думаю, вам поможем. Итак, рассказывайте. Добрый день. Компания Royal Canin рада приветствовать всех на этой замечательной выставке. И мы напоминаем о том, что только сегодня... Девушка, чуть девушка, в розовых штанах. А также рядом... Роял Канином можно найти ветеринарную клинику доверия. Если вдруг вашему питомцу не хорошо, обращайтесь именно туда. Ветеринарная клиника доверия. Собственно, можете подходить к нам любым объявлением. Даже если вам нужны лайки на АВУ, мы вам поможем. Подходите. Стоять.
аминь. Привет.